Всем привет, продолжаем играть в Far Cry 5, прохождение игры. Положено, но расслабляться рано. Чё? В доме Ларри как-то странно мигает свет. Может быть, напряжение скачет, но мне кажется, он опять взялся за свои эксперименты. Надо проверить, как он. Какие эксперименты? Здесь что? Хрен там, я буду в одной комнате с Иоанном. Нахер надо? У меня от него мурашки. Только посмей! Чё ты не злись, дружище? Не надо, не стреляй! Боится. Ладно. Так, нужно ехать. Пусть на улице и ночь. Но время не ждет. Ни ночи, ни дня. Так, а куда же ехать, а? На юг. Правильно? Так, что-то мне не хочется этот квадроцикл. Надо что-то посерьезнее. Какую-то машину взять. Что, это поломано, что ли? Уйди с дороги. Опа. Музыка. Уйди с дороги. Ты смотри на него. Чё, со мной никто не едет, что ли? Поехали, ребят. Я долго ждать не буду. Ну ладно, как хотите, я сам поеду. Еду на юг. Нигде никого. Ни зверей, ни беспредельщиков. Опа. Вот и беспредельщик. Не зацепил его. Ладно, поехали. Что тут у нас? Обыскать денежки. О, это хорошо. Где моя машина? А, вот она. Вон он. Ой. Серьезное оружие. Или нету беспредельщика? Ладно, поехали. Так, а тут кто у нас живет? Обыскать. Опа. Впереди, наверное, беспредельщики. Ай-яй-яй. Патронов нет. Получай. Убегаем, убегаем, потому что нет патронов. Где? Откуда? Откуда? Ночь, ничего не видно. Получай. Серьезно? Молись, грешник! Получай. Где он?
Где-то здесь. Вот. Убегает. Ну ладно. Пес или волк. Убежал. В темный лес. Так, что тут у нас? Ничего интересного. Ну ладно. Обыскать денежки. Поехали. Что тут, может, что-то интересное есть? Что-то горит, кто-то стреляет. Что тут вообще происходит, а? Беспредельщики. Ах, их тут целая куча. Откуда? Они что, попрятались, что ли? Да что ж такое-то, а? И тут целая куча. Убегаем. Получай. Куда я стреляю, я не знаю. Получай. Ай-яй-яй. Походу я вернулся назад. Че, опять мне нужно ехать? Ладно. Надо так надо. Пикапа уже нет, так что поеду на квадроцикле. Поехали, блин. Никто не едет со мной? Хочешь, я сам поеду. Время не ждет. И ночь тоже. Тем более я хочу покататься на квадроцикле. Ну вот и беспредельщики. Или не? Да не, вроде не. Что за бедолага? Непонятно. Ладно, поехали дальше. Вот беспредельщик. Это 100%. Свернул. Себе тихонько, тихонько.
Тихо. Господи, как вы меня задрали! Получай. Ух, ё-моё, это там их целая куча. Потушить. Так, немножко спрячемся. Чё, блин? Целая куча беспредельщиков. Получай. Не докидываю, что ли? Целая куча беспредельщиков. Меня оглушило. Кто это мог быть? Вижу врага! Кого ты еще видишь? Че, все? Никого? Клянусь богом, я прикончу ублюдка Юана. Видел, сектанты забрали мой самолет. Он нужен мне. Без него отсюда не выбраться. Я бы сам пошел, но у меня жена на сносях рожать вот-вот. И я не знаю, что мне делать. В смысле, без самолета нам крышка. Прошу, мне... Нам нужна твоя помощь. Извини, я что-то расчувствовался. Меня зовут Ник, кстати. Все с тобой понятно. Ну же... Умоляю, послушай! Боже, поверить не могу! Так, ладно. Ты, блин, видишь это? Ну да. Фух. Ладно. Извини, я что-то расчувствовался. Ладно, давай, меня дружище. Вернись, дружище, да слушай! Ты мне надоел. Открывай свои шухляды. Ничего нет. Сейф закрыт, холодильник закрыт. Голова кругом. Ладно. Кругом. Надо пособирать то, что есть. Обыскать. Вот. Пал самолет, что ли? Обыскать всех. Это машина дымит. Ладно, значит, берем эту. Музычка нам не нужна. А мы едем на юг. Поехали. Надеюсь, я не... В обратную сторону иду. Извини, дружище. А если на этом грузовике поедем?
бочке дырка, ничего себе. Газ выходит, что ли? Ладно. Поехали. Грузовичок. Стоп. Беспредельщики. Прячемся. Ах ты ж засранец. Ты чё, обалдел что ли? Да их там целая куча. Ты что? Откуда, блин? А вон он, блин. Это что с ним происходит? Танцуешь, что ли? А этого здорово видно колбасит. Ладно. Отдай машину. Ладно, езжай себе. Куда? Зачистка района. Эй! Извини, дружище. Тут их куча. Куда они стреляют? Осторожно! Она убила 30 наших братьев! Все, что ты делаешь, все напрасно! Беспредельщик! Все, оружия нет. Прости, отец. Ой, извини. Господи Боже. Патронов ноль. Все, только весло осталось. Патрончики, отлично. Так, где это еще должно быть? Убегают, убегают. Боятся? Ну ничего. Это кто? Помощник, это ты? Это я. Ну и как мне туда залезть, а? Где лестница? Сюда. Пицца. Они ели пиццу.
Так. Я тут наверху. Так, как же забраться наверх? А, вот. Помощник, это ты? Какой помощник? Ничего себе, сколько оружия здесь. Эй, я наверху. Прикольно. Я Грейс. Мне рассказывали, привет, кто-то тут портит жизни демщикам. Ты вовремя. Видишь могилы внизу? Ага. Там похоронены герои войны. Мой отец в том числе. Эдемщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. Ха, не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять не смешно. Ладно. Сюда! Я тут наверху! Да уже слышали и общались с тобой. Взять. Давай возьмем карту. Стрелять умеешь? Ну, типа да. А ну-ка. Есть беспредельщики? Это тебя разыскивает секта, да? Наверное, а он. Это я что? Получай. Любишь ты проблемы. Даже не думай. Ладно. Стрелять умеешь? Поеду я дальше. Помощник, это ты? Нет, это не я. Эй, я наверху. Да я знаю, что ты наверху. Давай. Корова? Опа, интересно. Кто? Ничего себе! Беспредельщик. Я даже не ожидал такого, что он трактором наедет на меня. Вот это да. Свой. Музыку убери. Да сколько же их тут, а? Ладно, я поехал. Вас тут немерено, мне нужно ехать дальше. Чё ж ты вылазишь? Да поехали. Получай. Так, вроде правильно еду. Сюда. Да сюда. Я вроде ехал на юг. Или не? Ладно. Стоп. Давай налево. Сзади никого. Опа. Это что за дела? Закрыто? Я такого не ожидал.
крыса. Опа. Такого точно не ожидал. Так, куда она побежит? В траву, куда же еще? Наверное, все-таки я не туда ехал. Голову выбросил. Стоп. Вот сюда мне надо. На юг. Чё за дела? Да ты что, мне тоже нужно. Где второй? Деньги, дурь. Что им надо? Эй, помоги мне. Спасибо. Держи. Да не за что. Ты куда? Эй, это ты пытался арестовать Иосифа. Не бойся. Я могу за себя постоять. Ну, поехали тогда. Будем вместе кататься. Правильно. Люблю кататься. Чё за музыка? А, она оттуда быстрее. Догоняй. Готово. Едем на юг. Слово «да». Пора узнать силу слова «нет». Опа. Это что было? Беспредельщик. Лучший день в моей жизни. Не бросай. Спасибо, помощник. Да не за что, я возьму твою машину. Погнали! Ты че, Камаро, что ли? Прикольно. Иду. Сектанты здесь. Где? Повсюду здесь, просто повсюду. Вот, едет. Тормози! Вижу снайпера! Где? Шустрый. Получай. Едем дальше. Погнали. На юг.
Где у нас юг? Когда-нибудь мне перестанет вести. Впереди даже вертолет есть, ну ничего себе. Кто это там? Патронов нет. Пес. Прикройте меня. Извини. Вряд ли Иосиф готовил их к такому. Псы убежали, что ли? Ну что, полетаем на вертолете? Не туда сел. Вылази. Я боюсь высоты. Я боюсь высоты. Что, полетели, что ты? Вот видишь, что ты сделала? Маленький рестарт. Какие-то цветы. Интересно. У Иоанна Сида целая эскадрилья на ранчо. Говорю тебе, он убьет нас всех. Или заставит... Не надо шутить с оружием. У Иоанна Сида целая эскадрилья... Я знал, тебе нельзя доверять! Чего, можно мне доверять? Здраво мыслишь. Говорят, что в Фолс-Энде тебе памятник собираются поставить. Пошли. Эта идиотская метка ничего не значит. Мы дадим отпор. Я иду. Люблю так, кататься? Куда нам? Сюда? Куда же еще? Подожди, или... Вообще-то туда, на юг, ну ладно. Беспредельщики. Один был, что ли? Ладно. А вон еще один. Эдемщики. Пошла! Погодите, заряжу! Девушка. Срань господня. Что там? Нам не нужны неприятности. Ладно, поехали. Погнали. С ветерком. Стоп! Назад!
Быстро, 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 там беспредельщики. Да, мне это не нравится. Выдвигаюсь. Ложись, с лазером. Городок освобожден. Смотри в оба. Так. Че, едем дальше? Выключи музыку. Я поведу. Люблю кататься. Так, нам надо ехать куда? Я не знаю. Вчера было прохладнее. Вообще-то на юг. Вообще-то на юг надо ехать. Беспредельщик. Выдвигаюсь. Поехали. Целая куча. Прячемся. Ай-яй-яй. Оглушили. Ай-яй-яй. Сверху! Сверху! Где? Ничего себе, какая штука. Я с ним покончила. Так. А вот и ты. Все, некуда бежать. Прикол. Мимо. Значит... Не понял. Это что такое? Ничего не понял.
прикройте меня! Где? Получай. Ух, мозги разлетелись. Ага, вот ты где. Так, где машина? Люблю кататься. Я тоже. Поехали. Так, куда нам сейчас? Угу. Налево и по дороге. Похоже, мне везет. Мне тоже. Что там? Кто там? Я иду. Происходит. Это радио? Они меня раздражают. Эти радио. Волчара. Извини. Молодец. Так, едем на этом. Прикройте. Бусе. Поехали. Давай, давай. Давай. Ладно, поехали. Этого довольно сейчас. Ай! Не того зацепил. Извини, друг. Беспредельщик. Ты, ё-моё. Попал прямо в голову. А ты не на шутку разошёлся. Зацепили всё-таки. Зацепили. Выключи. Эти радио, они меня раздражают. Выходи. Эдемщики, тише. Уйди. Пройду, блин. Это наш шанс. Это точно.
какой шанс? Кто? Позицию. Я тоже. А вот и ты. Все, некуда бежать. Беспредельщик. Спит. Ё-моё. Так, на этом, наверное, мы закончим сегодняшнее прохождение Far Cry 5. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока.